В Севастополе запустят 15% кэшбэк за путевки в государственные детские лагеря. Постановление об этом было принято на заседании городского правительства в четверг, 21 июля. Подробности компенсации части стоимости путевки раскрыла исполняющая обязанности директора Департамента образования и науки Лариса Сулима. За фактически приобретенные путевки в государственных бюджетных и автономных учреждениях города Севастополя в размере 15% от стоимости путевки. На предоставление компенсации родителям, законным представителям части стоимости путевки для отдыха и оздоровления детей, проживающих в городе Севастополе, приобретенной в организации отдыха детей и их оздоровления, находящихся в собственности города Севастополя, на 2022 год у нас в бюджете заложено 930 тысяч рублей.